Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я со своим братом. Всем привет! В этом видеоролике мы будем на все мое серебро открывать боксы в надежде выбить аркану. У меня сейчас 5952 серебра, я достаточно долго копил. Типа, так бы можно было 6000, но я хотел уже сегодня ролик сделать. Как бы вот так. Но перед началом видеоролика я бы хотел бы вам прорекламировать свой телеграм-канал, в котором я пущу разные новости о своем YouTube-канале, также там выходят итоги розыгрышей намного раньше, ссылка в описании. Также подпишитесь на моего друга, на начинающего стримера по игре Fortnite. На его телеграм-канал будет ссылка в описании. Также подпишитесь на моего друга, который снимает игру под названием Empires of Puzzles. В его магазине можно приобрести гемы, кристаллы, также разного вида акции. Ссылка в описании на его телеграм-канал и YouTube-канал. А мы переходим к ролику. А теперь начнем. Так, ах да, ребят, совсем забыл вам сказать. У меня же сейчас проходит розыгрыш на 100 голды под видеороликом, где я закупил 250 рарок. Вот этот ролик. Там переходите, пишите комментарии, что участвую. Скоро будут розыгрыши. В розыгрыши выходят раньше в моем ТГ-канале. Ссылка в описании. Так, давайте, наверное, будем закупать боксы. Я думаю закупить 15 Fable, 15 Empire, 15 Sharp и 14 Revenge. Потому что 14, потому что у меня неровное количество, да и плюс Revenge, почему 14? Потому что с него почему-то меньше всего всегда падает. Так, давайте 15, получается 15. Стоп, я 16 купил, что ли? Ладно, ничего. Так, давайте дальше Empire. Это же, по-моему, Empire. Так вот, почему 16? Вот, 15 покупаем. Так, найс. Теперь Sharp. Покупаем тоже 15. И у нас остается 1300. Ах, как я ее долго копил. 13 боксов. Потому что я купил там на одном побольше. Так, ну и вот, все боксы. Найс, с какого начнем? Как думаешь? Ну, можно... Фейбл, наверное. Ну давай, начнем с фейбла бокса. В надежде выбить аркану, потому что мне она еще ни разу не падала. Поехали, первый бокс за сегодня. Так, АКР Ворм. Ну, АКР Ворм нормально, потому что он сейчас почему-то поднимается в цене. Давайте продолжать. Так, что нам выпадает? Опять АКР Ворм? Нет, по 90. Камонка. Так, следующий бокс. Так, открываем. И падает нам... О, неплохо, опять АКР Ворм. Так, давайте дальше. Так, давайте третий бокс. Поехали. Так, опять по 90. Камоночка. Ну ничего. Давай, открывай. Дай пару открой тоже. Салюты. Ладно. Так, Юспик. Так, опять Ворм. Найсик. Я, может быть... Давайте, наверное, в конце ролика сейчас я продам все оружие и посмотрю, во сколько я уйду. Так, опять АКР Ворм. Нормально. Так, давайте дальше фейбл открывать. Давайте сначала откроем все фейблы, а потом... Чё, какой? Думаю, Шарп. Найс, Эпик! По 90. Ну ладно. Или давайте посмотрим окупаемость боксов. Что-то типа того. Так, так 9. Я думаю, самые окупаемые боксы это Empire. Потому что с них падает нормальный лут. Ну хотя, Fable тоже нормальный, потому что один АКР Ворм стоит сколько? Около 40 копеек. С одного бокса это нормально. Ну да. Ну сейчас все цены падают. Поскольку сейчас вышел новый спин. Но сейчас они уже начинают подниматься. Я уже жду, когда выйдет новый пас на рынок, чтобы
продать свой нож Фэнг, и у меня еще на балансе 600 голды, ну, 599, вот. И хочу купить себе бабочку, что бабочка моя любимая нож. Чисто из анимации, там, все такое. Прикольный нож. Давай, ты пооткрывай тоже. Последний фейбл открывай. Или там не последний, по-моему, нажимал на него нечаянно. Сейчас посмотрим. Что-то вообще под конец не везет. Да. Так. Вот еще один фейбл. Мне максимум падали легендарки, эпики, рарки. О, найс! Да. Эпик. Найс, последнего бокса эпик. Неплохо. Че, давай, наверное, Empire откроем, ну, раз он тут самый первый. Так, ну вот, вот эту БМ-очку вообще было бы с кайфом словить. Либо ВМ. Mm-hmm. Ну, давайте крутить. Первый бокс поехал. Так, на Empire что-то так всем пока что. Ладно, ну это первый бокс всего лишь. Почти. Ну ладно, тоже нормально. Как вы думаете, нормально будет сделать такую рубрику, как прокачки? Типа, допустим, иногда делать прокачки другим, ну, своим подписчикам, там, допустим, на 1000 голды, типа. Если вы этого хотите, то напишите в комментарии, типа. И в следующих роликах я, возможно, буду начинать делать прокачки. О, нифига, что-то он долго крутится, там арканы пролетают. А, ну ладно. Нормально. Почти так 9 выпал рарка. Но пока что самый покупаемый это был Фейбл. Так, пойдет. Найс. Рарка? Нет, М40. Ладно, давайте откроем дальше. Ну, часто с ревенч кейса, точнее, бокса падают легендарки, а это легендарка, по-моему, МАК-10. Вот эта легендарка с паттерном, она мне падает часто. Мне уже около 3 штук выпало. Так, ну пока что скины такие себе с Эмпайра идут. Так, АКР. А, нет. Камонка. Давай, открывай. Так, опять камоночка. С этого кейса что-то пока вообще не везет. Так. Ну да, этот кейс что-то вообще не дает. Камонки, анкамонки. Да. Пока что нам только эпик выпал. Из самого такого нормального. Ну и калаш ворм, в принципе, тоже нормально. То, что он стоит так неплохо. Давай. А, почти. М60, ну она такая, нормальненько, чё, давай. Давай, наверное, ревенч кейс оставим. Давайте сейчас шар будем открывать бокс. Первый шар бокс. Найс, рарка. Да. А, да ладно. Надеюсь, сегодня хотя бы легендарка выпадет. Ну да. Конечно, хотелось бы очень аркану. Так, пока что камонки и анкамонки падают. Погнали дальше. Так. Камоночка. СМ-10-14. Так. ФАМАС. Давайте хотя бы рарочку. Мне то нам один эпик упал всего лишь. Так, еще шарп. А, ладно. Что-то вообще не везет. Да. Почти рарочка выпала. Так, кейсов все меньше и меньше. А выпал нам пока что только эпик из самого нормального. Даже рарки не выпало. Или выпадал, не помнишь? Нет, вот. Ладно. Так. МП5. Анкамонка. Давайте еще шарбокс. О, аркана прокатилась. Почти
Эпик М4А1. О, чё долго крутится, быстро. Столько аркан пролетело. Не выпадает нам Анкамонка МП7. Так, осталось у нас, получается, 1, 2, 3, 4. И, по-моему, на 5 я нажал шарп кейса бокса. Да, по-моему, шарп бокс нам вообще очень мало дал. Ну, не. Так, а, это уже у нас... Вот еще два шарбокса. Ну, давай хотя бы. Не. Ну, я думаю, пока что все нам выпало, но на голды 10, наверное, будет только. Я, наверное, даже продавать не буду. В принципе, еще заморачиваться. Так, что там снизу еще есть? А, ревайн. А, вот еще один шарбокс. У меня там еще 5 скорпионов, но я их открывать не буду. Потому что это удаленная коллекция, как вы знаете. Ну вот, остались у нас ревенч кейсы. Боксы. Первый ревенч бокс полетел. Так, второй. Не упадает М40. Камоночка. Следующий. О, аркана. Давайте. Следующий. Аркана опять же прокручивается. Но она нам не выпадает. Так. О, почти аркана, смотри. Дигл. У меня такой есть дигл. Так. О, береты. Да. Следующий почти заканчивается. Береты хотя бы. Да ё-моё. Вообще не везет. Напоследочек так бы легендарочку. Но было бы лучше, конечно, аркану. Я бы хотел бы М16. Хотя зачем мне М16? У меня есть М16 спаса. Статрековская. Которая, думаю, при выходе будет стоить голды 600. И опять же нам выпадает комонка. Осталось 4 ревенч кейса. Бокса, все время путаю. Давай. Даже... Да. Ревенч бокс что-то прям вообще. Одни комонки. Даже не рарочки какой-нибудь. Так. Угу. Ну, последний ревенч кейс остается. Он у нас тут снизу. Поехали. И с него нам падает камонка МП7. Ладно. Вот такое вот получилось видео. Нам выпало только самое нормальное. Это ЮМП-45. Это у нас получается эпик. Выпал он из Fable бокса. Все остальное выпало так себе. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это с вами был Бог. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там всегда выходят новости о моем YouTube-канале. Также там выходят итоги розыгрышей намного раньше. Ссылка в описании. И всем пока-пока!